Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал. В этом видео хочу показать вам свой заказ по второму каталогу Avon. Заказ я делала в самый последний день действия каталога, 12 февраля. Вот прошло пару дней, и 14 февраля я его уже получила. Живу я в Санкт-Петербурге, и доставку выбирала в пункт выдачи заказов. Доставка стоит 69 рублей, мне кажется, это очень здорово. Вот так вот выглядел этот каталог. Коробка у меня еще запакованная, сегодня поздно вернулась, еще ничего не открывала. Я по второму каталогу выбрала сумку Люси по предложению Focus. Да, сумка, которая будет в каталоге 3 представлена. Вот, я ее выбрала заранее по предложению Focus. И хочу вам показать, как, в общем, собственно, укомплектован заказ, да, потому что, видите, коробка, вот поставлю руки, вот, вот такого размера коробка. Мне очень удивительно, как там поместится сумка и в каком виде она придет. Ну, в общем, давайте, хочу вместе с вами распаковать и весь заказ посмотреть. Также 12 февраля я оформила заказ уже по третьему каталогу Avon, но почему-то в компании до сих пор нет информации о моем заказе, хотя у меня в личном кабинете этот заказ висит, и я точно так же выбрала срочную платную доставку. Очень странно, это для меня, конечно, немножко дико и непонятно вообще, что там происходит. Итак, здесь у нас, как вы можете видеть, куча всякой макулатуры, всякие штучки, каталог номер 4. Я заказала много пробников различных, очень мне интересно послушать вот эти вот новые ароматы от Евы Мендес. Я с ними не знакома, но по нотам они меня привлекли. Так, первое, что я вижу, это вот такая вот грелка. Я думаю, что вы знаете, многие, да, эти грелки. Пошуршу, извините, открываю при вас. Так, с обратной стороны это флисовая ткань, с обратной стороны на липучке здесь есть кармашек, и там, собственно, находится грелка. Вот она. Обычная небольшая вот такая вот грелочка. Довольно-таки крепкая. И сама вот эта вот лисичка выглядит вот таким вот образом. Я ее купила из предложения распродажа за 500 рублей, что ли. Но, честно говоря, не знаю, всеобщего восторга не могу разделить, потому что, ну, видите, что вот такое? Кривая какая-то, нос на сторону. Не знаю. В общем, пока я как-то не в восторге от этой лисички-грелки. Давайте дальше смотрим. Что я еще заказала? Еще я заказала вот такую вот новиночку. Это пена для ванн с ароматом орхидеи и малины. 250 миллилитров. Сейчас я открою, понюхаю. Ну, довольно-таки приятный аромат. Пены для ванн у Avon довольно-таки неплохие. Я думаю, что эта пенка мне тоже понравится.
Следующее, что тканевая маска для лица максимальная молодость. Энью. Честно говоря, я не знаю, откуда она взялась в моем заказе. Я думаю, что либо она мне дошла из предыдущего заказа, потому что я в конце прошлого года заказывала подобные маски тканевые, которые появились у Avon NU, и они мне несколько каталогов не приходили. Быть может быть, вот это вот дошла. Если вы пробовали такие масочки, девочки, напишите, пожалуйста, как они вам понравились. Так, еще вот такой вот буклет Avon Outlet. Пробнички помад. Это, видимо, набор вместе с каталогом пришел в комплекте. Потом заказала я пробник. Это тоже один из ароматов Eve от Eva Mendes. И еще я заказывала дуэт. Так, и здесь у меня украшение. Цепочка с подвеской Эллисон. Сейчас откроем, посмотрим, что это за красота такая. Вот такой вот цветочек на цепочке. Честно говоря, вы знаете, я заказывала украшение сердечко. Очень красивое сердечко. Но мне пришло вот это вот. Я вообще не понимаю, что происходит, если честно. То есть маску я не помню. Вот этот вот цветок на серебряной цепочке я тоже не заказывала. Я заказывала сердце. В общем, что мне теперь с этим добром делать, я не знаю. В общем, пока отложу, я чувствую, что придется мне, девочки, заморачиваться с возвратом. И последнее, похоже, что да. Еще один пробничек вот. И сумка. Коробку отставляем. Давайте смотреть сумку. Сумка Люси. Все девочки, которые уже снимали обзор на эти сумки, они говорили, что очень сильный залом сзади на сумке, который не проходит. Посмотрим. Ну, в принципе, да. Вот он, этот залом. Это, конечно, жесть. Тоже всеобщих восторгов я не разделяю. Хотя я не знаю, для чего люди снимают такие обзоры, кому это выгодно, то ли это координаторы Avon снимают, да, эти видео и показывают, и восхваляют эти товары. То есть сумка, в принципе, выглядит очень довольно-таки привлекательно. Здесь она, посмотрите, она кривая, да, то есть, ну вот, эта часть сумки, замок не по центру. Она кривая, посмотрите, как она здесь выглядит, как вот, ну, такая дешевая клеенка. И я за нее заплатила 1200 рублей. В каталоге они ее предлагают за 1500. Вот, ну, то есть, и, девочки, цвет, именно я купила ради цвета, и мне понравилась идея с замком. Цвет, могу вам сказать, что сейчас у меня искусственное освещение. Да, две лампы включены, потому что я снимаю ночью. Цвет в каталоге намного более интересный. Вот сейчас передо мной сумка лежит цвета болотного, цвета хаки. Не такого глубокого зеленого, как он изображен в каталоге. Вот. В общем, что-то я вообще не понимаю, что происходит. То, что я заказывала, мне не пришло. Сумка вот такая вот пришла.
Сумка, кстати, не очень легкая. Сумка абсолютно не держит форму. Слышите, как она шуршит? Вот. Здесь вот такая перегородка. Внутри один карман на молнии. Ну, короче, это просто жесть. Жесть жестокая. Я ожидала, конечно, такого, но не такого. Вот, ремень. Здесь фурнитура довольно-таки неплохая. То есть можно на плечи носить. Ну, в общем, конечно, я разочарована очень. В принципе, и заказом. И особенно сумкой, ради которой, собственно, этот заказ я и делала. Так что вот такой вот у меня получился небольшой заказ. Почему-то из всего того, что я заказала, хотя у меня заказ оплачен вперед, да, и пришла мне только пена, пробники, и вместо украшения сердца пришла вот такая вот непонятная дребедень. В общем, не знаю, с кем теперь разбираться, буду выяснять отношения, если что, буду обращаться к своему координатору. На этом все, девочки. Надеюсь, что получу все-таки заказ по третьему каталогу. Вот, хотя, если честно, есть желание просто его сейчас аннулировать, пойти и больше не заказывать. На этом все. В общем, расстроилась я немножко, разочаровалась. Но я надеюсь, что снимала не зря, что моя информация будет хоть кому-то полезна. На этом все. Спасибо, что посмотрели мое видео. Ставьте лайки, если информация была полезна. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, а также рекомендуйте мой канал своим знакомым и друзьям. Желаю всем удачных покупок. До новых встреч. Пока-пока.